если вам мешает реклама, вы можете закрыть ее, просто нажав на крестик в правом верхнем углу рекламного окна. Итак, на утро после Нового года наш организм медленно просыпался. Вот мы вот это все, наш организм. Нехотя включились мозги. Ой, как плохо. Глаза открывайтесь. Недовольно отозвались глаза. Ну, открылись. Что, полегчало? Проснулась печень. Мамочка, где я? Ответили мозги. Где? Пока на месте. Ну не волнуйся, скоро тебя вырежу. Я не вырезаю. Но не унимались глаза. Что вчера было? Сколько мы выпили? На этот вопрос ответила память. А я помню. Вы же меня вырубили после третьего тоста. Неожиданно вмешался мочевой пузырь. Ребята, не до ветру надо. Его сердито осадили ноги. Обойдешься. Из-за тебя в такую даль тащиться. Хочешь, я не резиновый? Раздался командный голос мозгов. Так, ноги. Даю команду. Сейчас встаем и уходим. 8 утра, пора на работу. Внезапно проснулась совесть. Ребята, а умыться? Ей раздраженно ответил желудок. А в морду? Где ты вчера была? Меня из-за тебя 2 литра влили. Жалобно защищалась совесть. А кто наливал-то? За всех ответили ноги. Руки, естественно. Видишь, как их сейчас колодят. Яростно ругались руки. Сволочи вы все! Нам сегодня работать, а вы издеваетесь? И тут зашевелились мозги. Ну вы что, не поняли? Поднимайся и начинаем выдвигаться на работу. Но не тут-то было. Опять подал голос мочевой пузырь. Не сортир надо. Я ж не резиновый. Внезапное озарение снизошло на память. Вспомнила. Вчера же Новый год был. Там язык еще такой хинею нес. Нехоть отозвался язык. Не надо ля-ля, я красиво говорил. Ну, тут еще был одни легкие, да, попросили покурить. И с издевкой язык ему ответил. Сейчас. Во рту и так, словно эскадрон гусар ночевал. Со своей просьбой заныла печень. Сейчас бы кефирчика, так охота. Но ее осадили руки. Сволочи вы все! Ты там сегодня наработали? Сволочи принимаем. Давай дальше. Вот дура! Какой кефир? Нам 100 грамм надо. Иначе работать принципиально. Руками-то наливай. Как всегда, всех расставили по местам мудрые мозги. Так. Как вы все надоели. Пошли ноги вон. Подтащите к организму к столу. Там полбутылки должно остаться. Руки наливай. Аплодисменты.